ложное смирение. А это ложное смирение есть страшнейшая духовная прелесть. То есть тут у православных это уклонение от истины называется прелестью. Угу. Да, вот впадение в прелесть. И вот это вот ложное смирение, это и есть одна из самых страшных прелестей. Когда у человека происходит подмена вот этого всего понятия его социума, его евангельского мира, где вор и насильник становятся героем, где убийца и растлитель становятся достойным, а говорящий правду становится преступником. Мы сегодня